Вот, посмотрите в окно. Только осторожно, осторожно, как я. Видите, на улицах нет детей. Они пропали. Вместо них появились маленькие огнестрельные существа. Сопливые драконы. Хищные кактавые ракетоносцы. Ну все, поздно, поздно. Вот видите, вот он идет. Сереженька, дзюдоист. В нашем доме живет. В охране работает. Весит 101 килограмм. Кирпич ломает рукой, дверь ногой. Ягодицами нас прорывает гвоздь, шуруп. И как-то раз даже дюбель. И вот, посмотрите. Вот видите, на балконе мальчик стоит в теплом пуховичке. И в руках у него сюрприз. Стоит 28 рублей. Называется «Здравствуй и прощай». Маленький такой мальчик, ростиком с бультерьера. Но с бультерьером можно договориться, с мальчиком никогда. Он ведь круглый, как колобок, не потому что перекормили, а потому что через подставных восьмиклассников весь отдел хлопушек скупил и по пазухам все распихал. Он-то резиновый, круглый в виде мячика, называется «Опа-опа-бум». И при взрыве дает мгновенный слабительный эффект в радиусе 100 метров. А вот он идет, Сереженька, дзюдоист, улыбается. На солнышко светит, белый снежок, голубочки на крышах, воробушки под ногами. А мальчик с пальчик на балконе стоит. И из попы у него черный дым. Ну, в смысле, фитилек поджег и пока за спину спрятал. Эй, Сережа, тормозни, глянь наверх. Там Бог, который отвернулся, и мальчик, который смотрит прямо на тебя. Ой, что там у мальчика в руке? У него ведь за поведение в обоих четвертях не просто плохо, а очень. Ну, по арифметике хорошо. Четко про себя считает, уверенно. Хотя почему-то наоборот. 10, 9, 8, 7, 6. Птички уже все поняли, разлетели. Ну, они ж давно тут живут, они ж знают, что им лучше самим разлететь. 5, 4, 3. Да лето же еще далеко, зонтика не жалко. Он скотчем к нему какую-то хрень привязал, поджег и самыми дурными мыслями бросил. 2, 1, 0, -1, -2. Зрение у мальчика. Поэтому не попал. Повезло Сереже. Не в капюшоне на спине грохнуло, а рядом, в двух шагах. Новый год. Чего только не бывает. Шел себе здоровый и белый, вдруг бум, белый и глухой. Ну, куртка, черт с ней, казенная. Лицо хоть и порошком за 2 дня отстирать можно. Брюки высохнут, и в тире уши закаленные отойдут. Но слово, ведь слово же не геморрой, не воробей. Вылетит, не поймаешь. Если сейчас среди прочего шума вы на улицах услышите: «Мать твою за ногу раскудрявит, перекучерявит, бритую лысину, бум!» Знаете, что Новый год уже наступил, и поэтому с новым счастьем!